Екатерина Климова развелась с Гилой Месхи около года назад, и с тех пор о личной жизни актрисы ничего не известно. Однако в недавнем интервью Климова дала понять, если она не замужем, это не значит, что она одинока. При этом 42-летняя звезда отметила, что вдаваться в подробности не собирается, чтобы не делать из своих отношений сенсацию. Личная жизнь Екатерины Климовой полна ярких красок. Девушка действительно расцвела после развода, и причиной тому новые ее отношения. Климова сейчас влюблена и испытывает серьезное чувство к избраннику. Эти чувства взаимны. Роман Климовой длится уже давно, и в паре настоящие эмоции, которые, возможно, приведут к браку.